Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Skyrim. Сегодня буду проходить квест гражданской войны за сторону братьев Бури под названием Битва за Хракстад. Так, нужно доложить ему выполнение предыдущего задания, после чего мы получим новое задание. Добраться до лагеря, и там, в принципе, дальше уже ясно будет, куда мне идти, то, что мне нужно будет идти в форт. Когда человек подходит с оружием наготове, не мудрено... Тулий, должно быть, нервничает. Захватив Хьялмарк, мы оказались практически у него на пороге. При первой же возможности мы выступим на Солитьюд. Теперь ты истинный герой Скайрима. Я считаю тебя сородичем. Отныне имя тебе — Клинок Бури. Твое сердце источает любовь к этой земле и ее народу. А руки несут смерть ее врагам. От имени сынов и дочерей Скайрима, от имени всего праведного и истинного, прими это в знак нашей благодарности за твою службу. И что теперь? Нежиться в лучах славы некогда. Мы выступаем в последний поход на Солитьюд. Ты понадобишься мне там. Отправляйся в наш лагерь. В Хаафингаре. Так, отлично, можно переодеться сразу. Так, вот эта крутая броня, которую я хотел себе одеть. Это, оказывается, офицерская броня братьев Бури. Я сначала думал, все братья Бури одеты так. Оказывается, нет. Я думал потом, что это какая-то особая броня. Чисто у Гаррета. А нет, не Гаррета. А это, оказывается, офицерская броня. Так, вот сапоги похуже будут. И шапка похуже, но зато визуально будет. Прикольно. Так, куда я вообще попал? Где тут выход? Я заблудился. Так, куда там мне надо отправиться? Надо карту посмотреть. А, блин. Отлично. Вообще быстро прям. Можно добраться до этого лагеря. Так, нам в ту сторону. Вижу лагерь рядом. Так, что-то не хочет залазить. А, мне вниз или наверх? Ладно, наверное, вниз. Зря я на гору полез. Вот лагерь, нашел. Хоть бы сегодня не досталось караул. Тебе больше по вкусу поле пахать? Мне нет. Так как тебя занесло к братьям Буре? Когда мы освободим родину от Иго Империи, мы пойдем войной на Талмар. Настоящий враг там. Помни об этом. Жду распоряжений. Ты отправишься в форт. Найди братьев, которые готовятся к атаке, и помоги им уничтожить имперцев. Когда вы одержите победу, мы поставим в форте гарнизон. Что скажешь? Ты справишься? Как-то ночью. Считай, что этот форт уже наш. Хорошо. Тебе есть огонь. Мне это нравится. Да хранит тебя Талос. Так, куда мне бежать-то?
Я, кажется, знаю, что это за форт. Да, вот он. Так и думал. Хоть бы сегодня идти в караул. Иди, расскажи командиру. Пинок под зад, и ты быстро забудешь свои беды. Блин, лошади чужие. Так, тут надо думать, кстати. Тут вот так вот надо наверх подняться, пойти эту гору и так. Потому что, скорее всего, на пенник я не залезу. Скорее всего, тут скалы будут. Так, подождите. Нет, это не та дорога. Тут не собраться, как ни крути. Там, кстати, что-то есть. Тут не получается забраться, конечно. Почти ведь. Он вот сейчас не хочет прыгать, к сожалению. Я же стою на поверхности, почему ты не прыгаешь? Все, залез. Это мне мало что дало. Потому что дальше-то мне не залезть. Подождите-ка, залезть. Нет, не залезть. Мне показалось то, что по этому склону можно подставляться. У меня персонаж не хочет прыгать, к сожалению. Ой. Ага. Так, тихо. Я залез. Только здесь огромные стены. Это Талмарское посольство? Нет, это не Талмарское посольство. Я даже не знаю, что это такое. Давайте посмотрим. Замок Килгрид. Так. Можно сказать, я срезал путь, сэкономил время. Кто-то вот. Такая, так что прогуляйся-ка с нами. Я не знаю, что вы там выдумали, и знать не хочу. Оставьте меня в покое. Нет у меня времени дурака валять. Иди сама, или мы тебя потом... Не знаю, что здесь происходит, но не знаю, не хочу. Потому что, скорее всего, там квест какой-то начнется. Так, а мне просто достаточно прямо бежать по этой дорожке, и я как раз приду в форт. Это тот форт, который я захватывал из имперца. Так, вот наши ребята. Что, штурмуем? Я как раз сэкономил. Вино для вот таких вот дел. Так, а куда мы вообще бежим? Я правильно бегу? Ух ты, ничего себе, вы уже вон где. Тут, кстати, есть... Вот тут есть, кстати, вход со спины. Так. Пока я дойду туда. Не будет проблем.
успел собрать. Чума на империи! Куда пятишься? Куда все солдаты делятся? Неужели мне тоже осталось? А этот пропал уже. Надо найти место спавнено. Стоять там. Ой-ой-ой. Тихо. Почему карта открывается? Меня чуть не убили из-за того, что карта открывается, вместо того, чтобы... Блин, их слишком много. Удачный! Вообще не достаются враги. Их слишком много. Давай-ка я тебе тоже факел выкину. О, ничего себе, во сколько тут. Так, тихо. Зелье лечения. И ты называешь себя воином? Так, возьмем. Место их спавна. Так, зелье мне нужно. А есть яд? Переносимый вес. Да, тут мне полезных зелий. Вверх надо сохраниться. Мало ли, может, еще убьют. Тихо. Мне надоело! Хватит! Я сдаюсь! Это, кстати, боевой крик. Клич. Который заставляет врагов бежать. С поля боя. Победа за тобой! Я сдаюсь! Ну беги, беги, ладно. Я тебя сорвать готов. Тебя кто-нибудь другой убьет.
Че, вы респаунете здесь еще? А. Подождите, я выполнил задание, получается? Ладно, я тут прибегусь, обыщу все, соберу золото. Тут так-то на самом деле немного всего. Все остальное мне интересно. Сыр пригодится лечиться. Потому что зелье лечения у меня уже почти не осталось. Книги мне вообще никакие навыки не прибавят. В этом помещении уже проверял другого персонажа. Да, тут мало золота. Так, оно упало. Куда оно делось? Это небольшой форт. Я наизу знаю. Я тут за имперца был. Это и мое вступительное испытание. Очистить этот форт от бандитов. Хлеб можно не брать. От него пользы вообще нет. Так, ну все. Так, а мне тут надо так-то в лагерь вернуться. Так, я ошибся дверью. То есть палаткой. Ну, зелье хотя бы взял. Сражайся достойно, или умри достойно. Не желаю, чтобы какие-то наглые эльфы мне указывали, кому молиться, а кому нет. Мы берем город. Иди к братьям, что собираются в атаку. Вернись победой, или умри со славой.
Да пребудет с тобой Талос! Пинок под зад, и ты быстро забудешь свои беды.